Я видел раньше, как подбирают павших. Но не так, как эти люди. Это был знак уважения призраков к Аяксу. Прямая противоположность тому, как он, видимо, умер. Если его убил этот Рорк, он явно не торопился, наслаждался процессом. А теперь он охотился на призраков. И вновь мы вели бой с Федерацией. И вновь мы направлялись в самый хаос. Раскопки, списки целей, призраки. И где-то, в гуще этого побоища, был наш отец. Нужно было его найти. Прошу отойти на юг, срочно!
его броню не пробью! Как это было непросто. Но такой выбор делается раз и навсегда. Тебе и твоему брату еще многому надо научиться, но вы прошли все испытания.
Добро пожаловать в «Призраки». Мы готовы. Мы тебя не подведем. Я в этом не сомневаюсь. Я горжусь вами. Вами обоим. Все, конечно, хорошо. Но что, черт возьми, нам делать с Рорком? Рорк, парень, который охотится на призраков? Да. Он хорош. Чертовски хорош. И он знает, как мы работаем. А как такое возможно? Он был одним из нас. Все началось 20 лет назад. Армия Федерации стала угрожать Южной Америке. Их предводитель, генерал Эль Магро, требовал пленения или казни всех рожденных в США граждан. Именно Рорк убедил Вашингтон доверить призракам решение этой проблемы. США направили свои войска для уничтожения Федерации. Рорк отправился устранить Эль Магро. Но Рорк стал одержим этим человеком. Он говорил о нем как о награде, охотничьем трофее. И он был готов на все, чтобы получить этот трофей. Для нас Рорк был легендой. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. Призраки были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Нам нужен был один человек! Эль Магро! За мной! Эй, Каяк! Левый фланг! Каяк, ты со мной! Келик 4-7, призрак на палубе! Вас понял, Келик 4-7. Оверлорд, соедини меня с Оверлорд! Вас понял. Давай! Скоро не готов! Да ну, уходи! Переулок!
Лестница! Ищите высоту! Переведите дыхание. Разрешите не по форме. А что такое? Думаю, что последнее. В общем, этот урод затопил весь чертов город и угробил половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мэри. Мы закончим миссию. Да, но сейчас другой случай. Еще что-нибудь сказать хотите, сержант? Нет, сэр. Долго не выдержит! Там жарко. Ладно, достанем этого мерзавца. Трое как минимум, 10 метров. Будьте начеку. По твоему сигналу, Элис. Можно их убрать. Атакуем! Уже остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! Это нам пригодится. Погоди. Сигналу. Хватай пушку одного из них. Приоритет выживания. Надо занять позицию на высоте. Как в старые времена, Элиас. Город рушится! Времени не осталось! Похоже, другого выхода нет! Сейчас развалится! Погоди. Ждем сигнала. Вертолет! Готовься! Уже в пути. Давай! Снова спасаем задницу Мэрика. Ладно, перегруппируемся, потом берем Эль Магро. Сюда! Thank you.
Подходим к вам с тыла! Подходим сверху! Вижу врага! Открывайте огонь! Мы проследили за Эрмагом! Мы слишком тяжелые. Элиас, надо... Я принял самое тяжелое решение в своей жизни. Я отпустил его и спас всех остальных. Так что с ним случилось, с Рорком? Мы неделями искали его труп. Но нас отозвали, а его признали пропавшим без вести. Но зачем ему призраки? Федерация первая добралась до него. Я не знаю, что они с ним делали, но если они изменили его, они могут изменить кого угодно. А призрак не остановится, пока задание не выполнено. Так, найдите его, пока он не нашел нас. Именно. В Каракасе есть человек, который знает, где его логово. Виктор Рамос. Глава научных проектов Федерации. Мало кто может назвать такого человека, как Рорк, другом. Рамос – один из них. Чтобы найти Рорка, придется вернуться туда, где все началось. Скажите, что заслужили маску.
Наша цель на крыше прямо по курсу. Требуется опознание. Сосредоточьтесь на вертолете на крыше поблизости. Передача изображения. Цель не опознана. Подождите, пока он к вам повернется. Так не пойдет. Нужен другой ракурс. Цель не опознана. Подождите, пока он к вам повернется. Цель подтверждена. Можно приступать. Готовьте устройство для спуска, проверьте парашюты. Заканчивай. Это
Tal vez vaya la rumba de afuera. Ojalá pudiera acompañarle. Hay muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? Мы должны отключить лифты. Нельзя дать ему сбежать. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и отрубим аварийное. За мной. Аварийные еще работают. Понял. Все ven más arrechos sin luz. Большая группа. Придется удивить. Эва, la cerveza se va a calentar si no vuelve la luz pronto. Слева. Es la mejor orden que me han dado hoy. ¿Qué coño está pasando? ¿Quién apagó la luz? Por allá, por allá. Allá están. ¿Qué es esto? ¡Que manden refuerzos! ¡Prenden esa luz ya! ¡Por allá, por allá! ¡Allá están! ¡Ah!
Генерал, я почти у центра управления. Помоги Хэшу, я подцеплю тросы. Надо отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. Вот они. Нужно обновление. Цели поражены. Дайте лишние заряды, я прикрою отход. Цепляйтесь к тросам. Хватайте свой трос. Уходим. А вот они. Давай, быстро! Твою мать, его здесь нет. Хэш. Ему крышка. Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю, никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4. Его здесь нет. 3. 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так, так, так. Это не ходячие мертвецы. Рорк! А, я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш! Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Неважно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Скаркроу, операция под угрозой! Подождите по воздуху с 52-го этажа! Расправляю приказу на
Рамоса был сильно поврежден, но Нарад нашел кое-что интересное. Рорк? Он перемещается дважды в сутки. Но пока мы точно знаем, где он. Плавучий комбинат в Персидском заливе занятый Федерацией. Они называют его Фрипорт. Нарад все нашел. Теперь он нужен им живым. Для охоты вам предоставят пару восстановленных птичек. Я со спектра буду все координировать. Это будет адская охота. Крупная дичь. Но вы знаете, что делать. Пайра 5-0. Это Албу 1-1. Мы в двух минутах. Понял вас, 1-1. Помните, самое важное – забрать то, зачем мы пришли. Так что прикрывайте группу захвата, пока мы спустим ее вниз. Подтверждаю, 5-0. Гасим огни. Комплекс ПВО. Курс 7-7. Проверим, нужно ли нам разрешение на контакт. Я как раз сейчас запрашиваю. Ждите. 10 секунд. Мы должны быть готовы стрелять по этим парням. Так, нам разрешили атаковать противника. 5-0. Что использовать, ракеты или пушку? Все, что у вас есть. Вас поняла. 1-0. Выбрал пушку. Все, парни, вступаем в бой. А вот черт, напал на целей. Внизу ведут огонь из пулеметов. Враг ведет по нам огонь со здания с трубами на крыше. Здание с дымовыми трубами. Вас понял. Ориентир трубы. 1-1. Вы ожидаете или ведете огонь по целям? 1-1. Повторно вступает в бой. На крыше обнаружены новые цели. 1-1. Враг ведет огонь с крыши самого крайнего. Что использовать, ракеты или пушку? Все, что у вас есть. Вас поняла. 1-0, выбрал пушку. Все, парни, вступаем в бой. А вот черт, напал на цели. Внизу ведут огонь из пулеметов. Враг ведет по нам огонь со здания с трубами на крыше. Здание с дымовыми трубами. Вас понял. Ориентир трубы. 1-1. Вы наблюдаете или ведете огонь по целям? 1-1, повторно вступает в бой. На крышах обнаружены новые цели. 1-1. Враг ведет огонь с крыши самого крайнего к западу здания между двумя дорогами. 1-0 на крыше. Открываем огонь по зданию. Вражеские птички рядом с трубами. Так, вражеские птенчики раскрыли клювы рядом с трубами. Они у меня на мушке. Продолжаю вести огонь. 1-1. 1-0. На секунду отлечу подальше. Нам нужно больше места. 1-0. Боезапас пушки на нуле. Готовимся к запуску ракет. Понял вас, 1-0. По нам все еще ведут зенитный огонь из-за труб. Thank you.
Ракета выпущена в цель. Точно в цель, точно в цель. Он готов. Выпускаю ракеты. Ракета попала в цель. Хороший прицел. Спасибо за помощь, 1-1. Отряд призраков на палубе, повторяю. Отряд призраков высадился и выдвинулся. Outlaw, 2-1, удерживайте курс. Вас понял. Продолжить поиск целей.
вступаем в бой. Опасность близко. Повторяю, рядом наши. Как нужно входить? Заткнись! Да! Пират, это призрак 6-3. Я захвачен. Идемте к точке эвакуации. Скэркроу, 6-1 на связи. Он наш. Вас понял. Аутлоу доставит вас к месту встречи. Нам нужно выдвигаться через 30 минут.